Вот получился такой фейерверк. Здесь она была замотана изолентой и переломалась. Я не видел. Это, наверное, потому что зеленый. Если б синий, то, наверное, ничего б не произошло. Надо все-таки синий, наверное. Ай-яй-яй. Еще одна история. Здесь когда-то корпус, в общем, заклинил подшипник и пробуксовал в корпусе. Я его тут уплотнял, но оно опять. Но ведь хорошо, что провод отгорел. Сможем мы сейчас опять подремонтировать вот этот подшипник. Вот здесь вот в корпусе крутился подшипник, пробуксовал. Я когда поменял подшипник, сделал такое вот колечко с алюминия из жестянки и уплотнил его. Но сейчас вытащил, смотрю, алюминий потертый конкретно, но подшипник не заклинил. Он просто плохо выжат. И в общем опять начал прокручиваться в корпусе. Сейчас я... Что я хочу сделать? Наверное, я попробую алюминьку. Или лучше, наверное, уже не алюминьку, а металл, жесть. Взять потолще. Или тонкую вдвое, согнуть и опять сделать такое вот колечко. Уплотнить хочу. И заодно помажем подшипник, потому что он опять сухой. Так что, наверное, хорошо, что провод оборвался, так бы я не посмотрел бы внутрь. Не знал бы, что там подшипник буксует. А он уже, вон, даже подтерся. Это что получается, что он... Что уже ротор обстатор тер. Да, поцарапанный. Представьте. Я и не знал. Значит, не нашел я здесь ножниц по металлу. Они нету где-то в мастерской. Поэтому я решил взять тоненькую опять жестянку, только уже не алюминиевую, а с консервной банки. И поэтому размеры вот я сейчас отрежу ее обычными ножницами. А по ширине ее надо сделать, чтобы было вдвое шире, чем подшипник. Если подшипник у нас имеет 6 миллиметров, значит, мы сделаем миллиметров, наверное, миллиметров. Ну, 12 сделаем, пополам согнем. Вот так вот в тисочках его согнул уголком. Сейчас мы его пополам согнем. Так мы обогнем вокруг подшипника и обвернем подшипник. Thank you.
ставим все назад. И пока сожмем так побольше, чтобы он в натяжку зашел на подшипника. Так вот. О. Выпадали шарики от эти все. Нигде статор не трёт, все четко. Так, благодаря проводу мы еще спасли пока нашу дрельку. Еще послужит. Надо вот эти вот провода нам подремонтировать.